Здравствуйте, у нас сегодня 20-е, да, 20 августа. Жду Лёшу. Он за машиной пошел. Нам, в общем, надо по бумажным делам в Жирону. В общем, один документ надо нам там взять. Жара, конечно, страшная, но ехать надо. У нас практически весь дом заселен. То ли это из Барселоны приехали, у кого тут квартиры, то ли их сдали, не знаю. А он, Леха, приехал. Валера нам сейчас передал привет. Алья, Валера, всем вам привет. Лариса, привет. Смотрите, меня выселили с первого сиденья, Леха выселил меня назад, отправил, что я ему камеру все время в рожу сую. Нет, зеркало закрывало. Да? Да. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности надежды. Агуа Биба называется, да, да. Поселок? Не всегда здесь большой. В общем, мы там где? Там среди написано, что Пинтура. Дорожное радио. Мы въехали в Жирону. Это мое любимое место. Мы здесь все время гуляли в этом парке. Забыла только, как парк называется. Мы в центре Жирона. Давай сейчас поедем туда, посмотрим под мостом. Еще придем пешком. Вот, Лёша, ты вот так материшься, а потом говорят, что это ты меня так посылаешь. А где Сантандер, блядь? О, вот это я снимала этот. Что, не перепутаешь ничего на раз? Кто перепутал? Так, это мы в самом центре. И Жирный. Да ладно. Сейчас берёмся. Подожди, нет, что у нас тут? Опять платить? Неужели не платить придумали? Да. В машине было так хорошо, прохладно. А тут такая жара, мама. Ой, я уж туда не пойду. Я лучше тут спокойно постою, поснимаю. Кстати, Лёху тоже сильно раздражает, когда я снимаю, и поэтому
тут очень шумно. Это теннисист ведь, да? Теннисист это, да. Вот теперь будем бегать за вперед. Оказывается, надо было туда идти. Сейчас хрен еще не зайдешь туда. Вот такая шумная Барселона, ой, Жирона. Тоже шумно очень в центре. Попросили поснимать, как люди одеваются. Вот смотрите, как одеваются. Вот смотрите, как ищут комнату, вот эту комнату, а это ищет 34 года тетенька вроде, тоже койдар. Койдадора, ну тоже ищут койдара персонас майора, смотрю. Тоже следить за пожилыми. Вот это место любимое мое тоже. Мы все время тут гуляем. И вот это очень красивый дом. Смотрите, какой красивый. Ну так, конечно, через дорогу, если пойти показать его. Впереди тоже красиво. Там станция. Ой, куда они убежали? Нам нужно локуторию, чтобы распечатать бумажку одну. Вон они зашли, это локутория. Кстати, вот таких локуторию обычно и ищут комнаты, там бывают объявления. Работу раньше искали. Не знаю, как сейчас, конечно. Так вот, 14 лет назад пользовались интернетом. Вот это был телефон, которому мы звонили в Россию все. Но сейчас все это уже не актуально. Не актуально теперь. Как все-таки быстро мир меняется. Так, ухо заболело от этой маски. Капец. Вот извините, так шумно. Ну что я теперь сделаю? Так
такая же, вон такая едет дама с красными волосами. Вот так одевается. Да не знаю, обыкновенно в джинсах, да в футболках, да в шортах. Точно так же, как у нас в Люрете. Отражение видно? В намордники, а точно. Одели людей в намордники, ну это просто. Это просто капец. Кто бы мог подумать, что такое возможно. Вон везде, в каждой парикмахерской есть депиласьон. В каждой парикмахерской, в каждом салоне красоты есть депиляция волос, но я не знаю, сколько стоит, потому что я никогда в жизни не ходила, потому что у меня нет волос. Потому что, ну, вот. Такая вот особенность у меня организма, что у меня на руках и ногах нет волос. Смотрите, я не уточнила, вот тут Сой Чико, представляете, парень ищет тоже, чтобы ухаживать за пожилыми. Тут парень тоже ищет. Тут женщина 30. Миля Эсмеральда. Эсмеральда, это, скорее всего, латиноамериканка. И тут абитасьон вон. Соло Мухерес, видите, было написано, но зачеркнуто. Соло Мухерес – это только женщина. Ну, вообще, конечно, вот это вот, как начинаешь искать. И вот Тёма тоже это говорит. Как только начинаешь искать там комнату где-то, хоть в Жироне, хоть в Барселоне, хоть везде. Сталкиваешься вот с такой проблемой, у парней такая проблема вообще невероятная, что основные, вот, кто сдает комнаты, все время пишут, что им, ну, сдадут только женщине. Ну, вот так вот. И бедные парни куда должны деваться, непонятно. И поэтому тут очень тяжело. Ну, почему-то они думают, что с женщинами у них будет меньше проблем. Вот я и не знаю. Женщины тоже всякие разные бывают.